Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Horizon Zero Dawn. Итак, у нас нам предстоит беседа с трехпалым Хуадивом. Это ты трехпалый Хуадив? Я от Ванаши. Что случилось? Надули меня вот что. Ванаша похлопала ресницами, повиляла задом и посулила сокровище. Расчистите дорогу, сказала. Проберетесь мимо стражи и продырявите пару туш. Плевое дельце. А нас там под землей поджидало это клятое чудовище. Вечно меня смазливые бабенки за нос водят. Почему ты решил, что Ванаша обманула? Мы пришли, потому что польстились на щедрые награды. А она предложила самую щедрую, до старости хватило бы. Да я и сам виноват, что клюнул. Мог бы и понять, что так недолго и башки лишиться. Значит, Ванаша хотела увести нас с Ади и Итамана, но ничего не вышло? На словах у нее все звучало так просто. Найти короткий путь к озеру. Ну и, конечно, что может пойти не так? Да все, что хочешь. Вот, к примеру, можно угодить в пасть мерзкой хищной твари. Что там за тварь? На вас напали из-под земли? О, как ты догадалась? Камнегрызы. Я-то подумал, почему карха тьмы не стерегут перевал? А им и не надо. У них там вместо стражи демон камниед. И вылазит из-под земли, разевает пасть и начинает плеваться вот такими каменюками. Едва ноги унес. А вот остальным не повезло. Я бы даже всплакнул. Не будь они законченные проходимцы. Скоро здесь будет Ванаша с Нассади и Итаманом. Мне нужно скорее уничтожить эту тварь на перевале. А ты умом не блещешь. Но она нас быстро разметала, но кое-что я разглядел. Она вся бронированная, но сзади брони поменьше. Когда уходит под землю, надо замереть, может сработать. Чего? Можно даже помешать ей зарыться, если как следует вдарить ей по ее кривым лапищам. Больше мне нечего сказать. На твоих похоронах буду иметь скорбный вид. До третьей чарки. Веселый парень. Гамбить королеву. Убейте машину на перевале. Убьем машину на перевале, только нам нужен торговец. Потому что... Ну, проснулись. Кто проснулся? Мне нужен торговец, надо ресурсы восполнить. Ну да, чё, я не ошибся. Понятно. Знаете что? Сколько я могу еще скрафтить? Ну, еще что-то могу. Ладно. И здесь у нас что? Два. Да. Это же у нас лед морозильный, да? Морозильный лед. Мне просто надо понять, как там можно спрятаться, и будет вообще замечательно. Это же укрепляющее зелье, да? Так. Давай. Чё-то маловато. Зашло ей. Я выпил, да, я выпил. Не, так дело не пойдет. По нему нужно стрелять с чего-то. Какой-то высоты. Потому что я не понимаю, откуда он вылезет. А это никуда не годится. Так, давайте, знаете, что сделаем? Давайте вот отсюда попробуем, так будет лучше. И что это укрепляющее зелье мне дало?
Так, сделаем бомбу. Где он? Ну? Ты вылазишь, нет? Вот так. Давай, Лойка. Отлично. И все. Только с возвышенности. Идти с ним на такой бой, вот на земле смысла никакого нет вообще. А, еще можно, да? Давай. Заморозка еще длится, да, прекрасно. Отлично. Возвышенность наше все. И проща наше все. Значит. Или это было не укрепляющее зелье? Видимо, это было не укрепляющее зелье. Ну давай, где ты там? Ты вылезешь, нет? Вот засранка. Ну, вылазь. Стрел больше нет. Ну, это ничего страшного, сейчас сделаем. Да, ресурсы кончаются, конечно, это не очень хорошо. А, все, что ли? Ну, я просто в хвост попал и все. Да. В общем, друзья, самая лучшая тактика вот с этим вот. Залез на какую-то возвышенность и гаси его. И все. В такой бой с ним выходить смысла никакого нет. Вообще. Потому что снесет. И проща прям в этом случае просто шикарно. Она и так неплоха, но... С этим деятелем она просто в бою выглядит изумительнейшим образом. Так. Хорошо, замечательно. Короче, по хвосту надо долбашить и все. Там у него вообще просто детское количество брони, поэтому все сносится на раз. Холод. Получена спираль холода. Посмотрим, что за спираль холода. И тут я еще вижу что-то лорное. Что-то для мира. Ладно, пойдемте посмотрим. Благо, хватило боеприпасов. Так бы мучился. Можно было, конечно, и с этого лука пострелять, который бюджетный, но. Урон там весьма слабый, надо сказать. Я так понимаю, я защиту от огня выпил просто, скорее всего, поэтому моя мощь никак не возросла. Клянусь солнцем, даже не верится. А придется. Я думал, этот камнеед сотрет тебя в пыль. После такого чуда остается ждать. Скоро прибудет Ванаша. И лодка для того, чтобы переправиться на тот берег. Вот и Ванаша, да? А, юная охотница. Я рада, что ты согласилась мне помочь. А где же твои люди? У тебя вид, будто тебя пожевали и выплюнули. Ну, в общем, именно так оно и было. Путь свободен. Идем? А ты всегда сразу переходишь к делу, умница. Надо спешить, будет погоня. Кубики на прессе у вас наши. У вас прекрасная охрана.
За нами кто-то следит? Видимо, да. Ух ты. Вот и карха тьмы, и они на меня очень злые. Я их задержу. Спасибо тебе, конечно, но раз я это начала, я и закончу. Хотя от помощи не откажусь. Хуадив, веди Итамина и госпожу на берег. Бережно. Ну что, попробуем без припасов воевать? Сейчас начнется. Должна признать, после 2 лет под пятой этих фанатиков, я буду рада пролить чью-то кровь. А сколько их? И что, опять ночь? Расставьте ловушки в каньоне. Ловушки бы не помешали. Подожди пока, королевишна. Это что? Приготовим для них пару сюрпризов. А? А? У тебя точно нет в запасе ловушек? Нет. Какую ловушку? Что за ловушку мне нужно расставить? Что она хочет от меня? Укройся наверху, вон за тем камнем. Нету у меня ловушек. Отвяжись от меня. Вот они. А, блин, я понял, о чем идет шла речь. Ладно. И что здесь я должен понять? Что любимое время суток для боя у разрабов это что? Ночь? Я что-то слышу. Надо же, надо же. Прям обалдеть. Где ты? А, все, он готов? Да, он готов. Куда вот это полетело? Скажите мне, пожалуйста. Никуда это не полетело, видимо. Хочешь увернуться от меня? Да ладно, я же это так. Ого, занимательно все? Получилось. Но это еще не все. А. Сектантов и машины. Еще пожаловали. Приготовься. Вот это плохо, потому что нечем убивать. Ненавижу я, ненавижу, просто ненавижу. Почти готово. Экспромт в бою. Кто там? А, это зараженные. Ладно. Давайте. Сейчас будем высаживать. Ни шута не видно. Ну и что они? Не попали? Мимо ловушек прошли. Тут заодно и расцветет, что... Они про вот эти ловушки говорили, которые я расставил. Ну это ладно, чё. Элойка, давай. Я думал, что здесь будет сейчас, интересно. Раз, два. А второй где? Третий, точнее. Вот и всё. Этот готов. Сейчас с машинами разберемся. Они делают много ошибок. Этим надо воспользоваться. А ты уже стреляешь по ним? Удар. Если мне... Ла-ла. Все, что ли? Ну что ж, я даже слегка запыхалась. А это нельзя забрать? Нельзя, ну ладно.
Я этот навык же не прокачивал, кстати. Подбор неиспользованных ловушек. Ладно, фиг с ним. С этого мы все забрали, да, все. Я думал, мне ресурсы посерьезнее понадобятся, побольше. Хорошо. Так, это что такое? Стекло. Нужен торгаш. Люто адский нужен торгаш. Пойдемте. Вот это заберем. И вот это вот тоже. Пополняем запас наших аптечек. Ну все, хватит. Теперь, я думаю, пойдем к Ванаше. Посмотрим, что, какую занимательную историю она нам расскажет. Еще кто-то идет? Боюсь сглазить, но вроде это все. Что-то вы припозднились. Простите, лодка ждет. Вот я и сглазила. Этот мой. Идите к лодке. А кто это? Боюсь, мне уже не по зубам. Если с ней что-то случится, я очень рассержусь. Никуда мы не пойдем. Это Громозев. Дискомет. А-а-а. Ну ладно, чё. На что-нибудь нам хватит? Ну давайте, наверное... Нет, не это. Давайте все-таки вот этой, наверное, стрелой. Сняли? Сняли. Давайте бюджетными стрелами попробуем повоевать. Ну, стой, дайте что-нибудь отстрелить, что ли. Слабо. Очень слабо. Это все не так. Это все не то, поэтому давайте так пойдем, по классике. Ну, ему это вообще никак. Да. Так мы ничего не добьемся. Так, а ресурсов у нас немного. Вот елки-палки. У дискомета какие есть уязвимые места? Давайте посмотрим. Как его? Это же... Как он называется-то? Громозев. Давайте посмотрим. Записная книжка. Каталог машин. Бизон, пилозуб, скараб. Бурдюк. Где этот Громозев? Лиходей, захватчик, ловчий. Громозев. Туловище. Уязвимости нету. Емкость с огнежаром. Хранилище данных. Дискомет. Ага. Емкость. Но это попасть надо. У сердца топливный элемент. Повреждение брони у радара. Но по большому счету... Короче, стрелами которых у нас нет практически. Ладно, попробуем бюджетненько в него пострелять. Давайте посмотрим, что у нас еще можно прокачать по оружию, в частности по луку. Так, это что у нас? Это не то. Урон, спираль повреждения брони 13%, спираль огня, повреждение брони. Давайте вот ее тоже вкачаем. Сколько у нас получится совокупный урон? 50 с лишним процентов. Ну, я надеюсь... Этого хватит. Ну, так себе, конечно. Конечно. Это у меня сквозь камень, да, жахнул? Ладно, мы сейчас отойдем пока. Но я сейчас перейду и наваляю тебе. Ресурсы, вот в чем вся проблема. Нету ресурсов.
Не сходи с ума, игра. Так. Где нет? Попробуем вот отсюда, с горы. Потому что вариантов особо немного. С оружием адовые проблемы, нет ресурса. Давай. Подождите, стоп. У меня же есть сундуки. Может, там этот провод будет? Угу. Конечно. Исковой разрядник. Провод. Боеприпасы. Сейчас посмотрим, сколько там всего. Хорошо, здесь. Ну это вообще просто, это слезы. Ладно, давайте тогда попробуем так. Все-таки просрем, а дальше будем думать, что делать. Потому что он здоровый. Идет он? Да. Очень мало, конечно, урона. Стреляй, стреляй. 68 единиц, но это бред. Ну-ка. Покажись. Снесли? Хорошо. Теперь. Давай. Давай, родной. Не уходи, побудь со мной. Я скучаю по тебе. Давайте, воюйте нам с ним. Снесли. Теперь радар снесем. Без радара тяжело тебе, родной? Тяжело, наверное, да. Так, у нас бюджет трещит, ресурсный. Иди сюда. Теперь. Хорошо. Куда он пошел? Элойка, это очень опасно. Это очень опасно. Где ты? Покажись. Мало. Да что такое? Быстро. Вот. Прячемся здесь. Алёша! Чё, не попал? Не понял я. Давай.
Серьезно, не понял. 300, не, все нормально. Все нормально. 180, живем. Эх, тяжело в деревне без нагана. 216, очень мало, очень слабо. Но здесь вообще никак. Подождите, а чё я туплю-то? Сейчас ему собьем вот это и все. Где он там ходит? Вот. Сбили? Сбили. Хорошо. 5 минут стресса, друзья, у нас, да. Да что у него там? Теперь. Погнали. Жечь нашего пупсика будем. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Вот. Подожгли детяточку нашу. Давай, давай, давай. Хорошо. Горишь, да? Ну ладно, гори. Комплексно, комплексно, всеми видами. Стрел, жарим его. У меня есть другие. Конечно, Элойка, у нас все есть. Жарим, жарим. Алешу этого. У него брони уже нету, мы все ему сняли. Умри. Умри. Теперь. Подойди сюда, пупсик. Где он там? Четыреста пятьдесят, да, неплохо, неплохо. Прям в рыло попали. 300. Давай, 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 родные. Сто шестьдесят мало. Очень мало. Опять закончились снаряги, снаряды у меня. Да. Ух, я сейчас кого-то сделаю из торгашей богатым. В Меридиане или в близлежащей лавке. Давай. 60 единиц всего. Ну слабо, слабо. Все, да? Сорок
45. Да, урон, конечно, вообще ни о чем. Хорошо. 168. Мы и компонент сбили даже, да? Дожжем его. Громозевки, ну давай уже, пора. Ты мне все ресурсы потратил, засранец. Все, горит. А жалко даже. Все. Ух. Ну чё, пожонглировали припасами, то, что я больше всего не люблю. Но зато выжили. Не припасами, а оружием. Зато выжили. Как бы об этом не пожалеете. Это что такое? А-а-а. Ну с этим я бы с ним не вряд ли смог воевать, потому что эта штука тяжелая. А чё я туплю-то? А, не, нормально все. Убейте сектантов и машины. Машины? Тут какие-то машины еще есть? Еще кто-то будет? А, ну да. Я же просто отошел вперед. Все правильно. Да. Что это я взял? Это металлические осколки такие? Спираль повреждения, бля. Что я не могу у него взять? Давайте посмотрим. Повреждение брони 39. Угу. 42. Давайте посмотрим, что я могу из предметов, из модификации. Это что? От урона копья. Это что? Плюс 13. От электричества. Спираль заражения. Ну, это такое себе. Удобство. Угу, это вот хорошая спиралька. Что это? От огня 12%. Скрытности. Давайте я вот разберу вот это. От повреждений. Так, вот это я возьму. Все, больше мне ничего не надо. В принципе. Это мы так его оттянули хорошо. А те выжили, интересно, деятели? Я даже не пошел, не посмотрел. Наверное, да. Убили на чувака. На жаре можно железо калить. И? Убейте сектантов и машины. Что теперь? А, там кто-то остался недобитый. Машина, видимо, да? Или сектант это? Нет, это сектант. Ну, сейчас мы его убьем. Я думал, мы всех тут положили, однако нет. Ло-л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 о. А имеет вообще смысл на него тратить? Я думаю, что нет. Сейчас мы его копьем жахнем и все. Готов? Доберитесь до берега. Какое длинное задание, однако. Какое длинное, однако, задание. Ну, пойдемте доберемся до берега. Так. Тут что-то еще было по сюжету. По лору игры, точнее. Вот. Давайте посмотрим. Текст. Постарайтесь ради нового рассвета.
Если я еще хоть раз услышу песенку про то, как мы должны постараться ради нового рассвета, честное слово, я себе барабанные перепонки проколю, пока они не загноились от этой паскудной мелодии. Она не вдохновляет и не будоражит. Это хрень, и когда я ее слышу, мне хочется убить себя самостоятельно, не дожидаясь роботов. Я бы без преувеличения отдал жизнь за возможность придушить того гада, который сочинил эту мерзкую песню. Тьфу, неужели нельзя было подобрать к апокалипсису нормальный саундтрек? Привередливые граждане, привередливые, да. Так, карта. Где Берик? Ладно, своим ходом идем, так уж и быть. Пойдемте к Берегу. Своим ходом. Надо будет разобраться со спиралью удобства. Она прям такая соблазнительная. Осколки, осколки. Торгаши, я скоро приду. Угу. Это нам хилка. Конечно, конечно. А как этот остался живой, то сектант? Я что-то не понял. Прям очень странно. Вроде как со всеми разобрались, а он живой остался. У них у всех зелья, которые дают в награду, они все очень слабые. Где заяц? Так, что-то там у тебя упало. Может, это то, что нам надо? Шкура, ресурс. Ну чё? Алёша. Э? Зараженный Громозев. Идемте, чё стоите? Я его одолел, а вы непонятно чем занимались. Ну, хотя бы отвлекали его на себя, да. Это правда. На прогулочную лодку не тянет. Что ж. Выбирать не приходится. Давайте, залезаем. Смотрите, там колесо есть. Куда мы плывем? Это большое дело. Может, война теперь завершится. Большое Может, дело. Но моя война не закончена. Ах, Элойка, ах, Элойка, город будет город-сад. У нас по-прежнему нету ресурсов, я напомню. А чё у меня глаза красные? Укурилась? Мы прибыли. Итамер, брат мой, теперь ты дома. Тебе нечего бояться. Теперь ты под защитой дома солнца. Моей защитой. И твоя мать. Ее не тронут. Ведь мое слово – закон солнца. Элой, ты делаешь для дома солнца так много. Твоя помощь поистине бесценна. Мы будем вечно благодарны. Благодарю тебя. Пребывай в свете. Провода дай бесплатно. Вот так вот? Я 2 года готовила их побег на запретном западе, а вся слава рыжий. Мне-то хоть заплатят? С тобой я поговорю еще. Без тебя я бы не справилась. В другой раз я отблагодарю тебя. Обещаю. В другой раз. Щелкозуб, да? Гамбит королевы.
вот и все. А я боялся, только юбочка помялся и животик потолстел. Так, для начала, давайте продадим то, что мне не нужно. Сердце камнегрыза. Конечно, мы все это продадим. Древний амулет с засечками. Да. Это сердце коршуна. Да. Это неправильной формы. Да. Это что? Сердце щелкозуба. Конечно. Это амулет, да? Кристальная оплетка, с этим разберемся. Ядро машины, это нужно. Светящаяся оплетка, это нужно. Сердце рыскаря, ну, тут... недорогое оно, кстати, я хочу сказать, недорогое. Сердце падальщика, так, шлаковое стекло, слушайте, вот у него название, да, шлаковое стекло. 225 осколков, великолепно, я доволен. Бизнес у нас идет, мы процветаем, линза, скоро войдем в список Forbes. Линза щелкозуба. И прям вообще заживем. Линза с караба. Так, это пустынное стекло. Ну, это конечно, конечно. Слушайте, ну мы вообще прям капитальные красавцы, я считаю. Так, это надо. Эхо-патрон. Я не знаю, что это такое, но мне нравится его название. Древнее, да. Древнее кольцо, да. Морозильная вода нам нужна. Это что такое? Металлический сосуд. Да, боеприпасы мне понадобятся. Это защитное зелье. Да, пусть будет. Хрен его знает. Купить. Ну что, давайте посмотрим, что... Ресурсы. Пока с ресурсами. Про провод. Поехали. Почему я не могу сразу выбрать нужное мне количество? Вот серьезно, не понимаю. Выбрал, купил и все. Мне же этой ерундой заниматься надо. Сколько я на это трачу времени? Это ж вообще офигеть. Геймпад мой аж вон возмущается, вибрирует. Триста. Они расходуются в очень серьезном бою, очень быстро. 49, 50. Теперь, что у нас с огнежаром? Сколько у нас? 216. Ну, дорогой огнежар, очень дорогой. Теперь давайте посмотрим, что с оружием. Можем ли мы купить прощу вот эту вот, которая нам нужна? Проща карха тьмы. Это ж она? Да? Это ж самая максимальная проща, да? Вот мы ее и купим, наконец. И из нее, друзья мои, из нее мы пойдем убивать с вами камнегрыза, который остался из прошлого сайт-квеста, который я не завершил. Теперь продать оружие. Где эта проща, которая... Модификации. Я хочу снять модификации. Постой пока, постой. Изготовление. Модификации. Нет. Оружие. Вот. А я не могу их снять, что ли? Так. Значит, нужно мне прокачать навыки. Где это было? Это мне не надо. Это здесь. А где это было? Концентрация мне пока не нужна. Это что такое? Так. То что надо добыть из туши шкуру. Это не надо мне. Срок. Укращенная машина. Это мне не надо. Так, при осмотре поверженных машин, дополнительные ресурсы, спирали и ткани. Ага. Тогда вот так и вот так. Хорошо. Ну ладно. Вот, теперь, я надеюсь, я то прокачал.
Модификация оружия. Подождите, я хочу ее снять. Это не то. Модифицировать. Как это снять? Не, так дело не пойдет. Я не хочу так. Давайте еще раз посмотрю я навыки. Это что? Спирали и ткани. Ну, хорошо. То есть они что хотят сказать? Что я не могу... Снять оттуда модификацию, что ли? Не, подождите, не может быть такого. Теперь, это что? Спираль огня, да мне это не нужно. Спираль льда, так, 44, что там? Урон нет. Ну как так? Спираль электричества. Нахрена мне это? Я хочу холод. Спираль холода. Вот. Теперь. Электричество. Огонь мне не нужен. Спираль электричества плюс 37. Здесь сколько? 37. А здесь 33. Урон плюс заражение. Ну, не знаю, не уверен я. Спираль удобства. Нет. Удобство. Не, ну все всратое какое-то, вот серьезно. Давайте вот это поставим. И... Спираль удобства. Давайте вот это поставим. Вы мне напишите в комментариях, как вот с этой хренью решить вопрос. Потому что я не понимаю, если честно. Неужели я не могу снять оттуда модификации? Что за бред? Я не хочу их отдавать. И в итоге мне получается, что я не могу их снять. Ну как так? Вот. Ага, все, понятно. Во. Я все понял. Я сразу совсем разобрался. Какой я молодец. Так. Электричество сколько? Не-не-не-не-не. Так, здесь у меня сколько урон? 45 холода плюс повреждение брони. Так, где это то, что я... А, не, нормально. Стоп. 38 холода. Не, нормально, я не пострадал сильно. Подождите, а я же могу еще ее вот сюда поставить, правильно? Там 13 холода, я могу вот это еще поставить. Вот. Холод. Повреждение брони, холод. 12 удобства, урон, электричество. Вот прекрасно. И вот теперь я это продам. Продаем. 50, ну давайте продадим, что. Нафиг она мне не нужна. На этом, дорогие друзья, я серию закончу, потому что пока со всем этим разобрался. В следующей серии, я думаю, мы убьем этого камнегрыза, который оскался из предыдущего сайт-квеста. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.